Здравствуйте, вас приветствует рубрика «Великие и могучие. Ориентир в мире правил и исключений». Человек в футляре. Так мы говорим о том, кто замкнулся в кругу узких мещанских интересов и боится нововведений и перемен. Выражение восходит к одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Главный герой этого произведения – учитель древних языков Беликов, который полностью отгородился от современной ему действительности. Чехов пишет, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который бы защитил его от внешних влияний. Близятся зимние праздники, и наконец-то появится время для чтения. Сегодня мы рекомендуем вам книгу английской писательницы Мэри Рено, которая называется «Тезей». «Судьба и воля и судьба, они как земля и небо, что вместе растят зерно. И никто не знает, чей же вкус в хлебе». Так и в этой книге. Необычная судьба героя древних мифов переплетается с его напористым характером. Неудержимая энергия, жажда приключений и побед толкает Тезея на опасные авантюры, из которых он умеет выходить с честью благодаря своей смелости и смекалке. С раннего детства сын Посейдона учится бороться и побеждать, и эта страсть сильнейшая в его жизни. Неважно, ты царь, укрепляющий границы государства, или раб, пляшущий на арене с быком ради развлечения публики. Главное – это власть над сердцами людей. В целом книга завораживает интересным сюжетом, красочным описанием обычаев античного мира и выразительными персонажами. Правилу следуй упорно, чтоб словам было тесно, а мыслям просторно, учил Николай Некрасов. Говорите правильно, удачи вам в делах, будьте грамотны.